ранку всім спортсменам та спортсменкам, а ми ж продовжуємо займатися спортом на свіжому повітрі. Заняття проводить чемпіонка України жиму лежачи Марія Тернова. Сьогодні нас чекає тренування з прыжковими елементами. Первое упражнение у нас – это плеч-приседание. Техника остается такая же самая, как в приседаниях. Ноги на ширине плеч, пресс, ягодицы напряжены. У нас таз уходит назад, колени в стороны. Из позиции приседа мы максимально выходим наверх с помощью прыжка. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Колени полностью разгибаем. Следующее упражнение – это бег на месте с высоким подниманием бедра. Становимся, ноги на ширине таза, руки можно для себя вытянуть вперед, напрягаем пресс и поднимаем бедро в прыжке вверх. Бежим 20-40 раз. Следующее упражнение – это у нас плиометрические выпады. Ставим одну ногу назад, одна вперед. Опускаемся, касаемся коленом и в прыжке, в поднятии мы делаем прыжок, меняем ногу. И обратно. Делаем 20 раз. Руками можем себе помогать, разгибая локти. Сегодня мы провели интенсивную тренировку при помощи таких простых прыжковых движений. И на этой спортивной ноте мы говорим вам до наступных выпусков.